So, like meditation on Radhika's breasts brings intimacy between Manjari and Radhika. So meditation on this detail of her beautiful body, navel, brings also intimacy, because navel has deep meaning. И медитация на грудь Радхики, на ее пупок. Для чего мы это делаем? Она дает вот эту близкую связь, как Манджари, какую Манджари имеет с Радхикой, потому что эти части ее трансцендентного тела для Манджари, они имеют особое значение, которое их сближает с Радхикой. Because all connections, intimate connections with mother and baby are coming through the navel. Потому что мама с beginning in the womb, actually. Мама связана со своим ребенком именно через пупок. То есть это то, что связывает маму и дитя, когда дитя еще находится в утробе. And all food, necessary food to the baby is going through this navel. И через пуповину происходит питание ребенка, не только связь, но и питание. So when we speak about Radhika and her manjari, this food is spiritual food, spiritual emotions, spiritual mellows, which Radhika is feeding her kinkaris. И говоря о Радхике и кинкаре, которые связаны с ней через пуповину, каким питанием Радхика обеспечивает своих служанок? Это духовное питание, это эмоции. И And later on, when baby is growing up a little bit, it's always trying to put the finger in the navel of the mother. Yeah. Малыш, когда он уже родился, да, и пуповины уже нет, но он всегда в память о том, что пуповина их связывала, он любит пальчиком, да, играть с пупком мамы своей. The baby is playing with this navel inside, giving pleasure to mother and also feeling very, very connected. Играя таким образом, да, засовывая пальчик в пупок маме, ребенок, он и играет, да, доставляет ей радость этим самым, и он напоминает маме о той связи, которая есть между ними и была. Yeah. So we can see here also that her lover also wants to go with his mind, with his senses, all his senses. Krishna wants to go in this deep navel of Radhika's Mahabhava body, to go deep, deep inside and penetrate in her heart. И Кришна, как возлюбленный Радхики, как он медитирует на этот пупок? Он хочет своим умом, сосредотачиваясь на нем, он хочет проникнуть в самую суть вот этого Махабхава, тела Радхики, состоящего из наивысших эмоций, для того, чтобы достичь ее сердца и узнать, что там. And she is always happy to give him this kind of pleasure. Радхика всегда рада его таким образом порадовать. Да. Yes, it is said that Srimati Radhika's navel is the Ganga of Rasa. Ну, поэтому здесь говорится, что пупок Шримати Радхики — это Ганга Расы. And you know the Ganga is also very dangerous. А, да, что это подобно водовороту в Ганге Расы. Вы знаете, что Ганга, она также может быть опасной. Because the
It has very, very many undercurrent, how do you say this, strudels, no, these whirls. Почему Ганга опасна? Потому что из-за того, что в ней очень много противоположных течений, там образуются водовороты. So Krishna Mohan, when he comes close to Srimati Radhika, when she is in this bath of Sura Tarangini, she becomes like a Ganga, very dangerous for him. He gets sucked in. И Радика, когда Кришна приближается к Радике, которая находится вот в этом состоянии, эмоциональном состоянии Сура Тарангини, Кришна просто не может устоять, и она его как в этот водоворот втягивает. But I don't know so much what this means. That Gurudev, can you help us with this? How Srimati Radhika is making Krishna whirl in the presence of her mood of Sura Tarangini? Gurudev, помогите нам разобраться в этом вопросе, как Радика втягивает Кришну в водоворот своего настроения Сура Тарангини. Very nice, sir. I enjoy. We enjoying good. Yeah. Beautiful. Yeah. Beautiful. Your navel is like an enchanting whirlpool in the Ganga of Rasa. And Mohan's mind gets sucked into that whirlpool like a blade of grass as soon as he sees it. Пупок подобен очаровательному водовороту в Ганге Расы, и пока ум Мохана видит это прекрасное лицо, он засасывается в этот водоворот, подобно сухой траве. You are like the Ganga that forcefully flows towards the nectar ocean named Shyam. Подобно Ганге, которая стремительно течет к океану нектара, именуемому Шьяма. This Ganga is as holy and blissful for the Sakis and Manjaris as the Ganga on earth is to the Hindus, and they always bathe there. Эта Ганга святая и полна блаженства для всех Саки и Манджари. Так же, как Ганга на земле, дорога всем индусам, которые всегда омываются в ней. So confirmation, no? Gauranga Sundara. They are also, not only Krishna gets sucked in and is bathing in Srimati Radhika's navel bath, but also Manjaris. Вот подтверждение, да, Гауранга Сундара, что не только саки омываются, но и манджари тоже омываются. This is the holy place. Это говорит святое место, святая. This is the holy place for manjaris. Wonderfulness. How deep you go. Водоворот — это насколько глубоко вы можете погрузиться. How deepness? In your sarup, you go to realize that. And the touch of Ganga water makes purity to us. If you put the Ganga water on that, it is like the most
pure water. If you take bath in there, you become pure. From that moment, it should be pure. Similarly, is a whirlpool means how much you meditate, how much you go deep in that meditation, you will become pure and pure like that. Что значит этот водоворот? Это насколько глубоко ты можешь погрузиться в свою медитацию, в своей сварупе, проникнуть во все эти тайны, и тогда ты очистишься, как воды Ганги, которые вот несколько капелек себе на голову, если поместить, ты уже очистился. А если принял омовение, то это самая священная река, очищающая, то есть ты стал чистым. Также медитация на этот водоворот, она, погружаясь в нее глубоко, ты полностью очищаешься. Even the Krishna think for Radhika. And more deep and deep going and thinking, you feel more relishing there. И Кришна все глубже и глубже погружаясь в этот водоворот, он все больше и больше вкушает, наслаждается этим. And there is no end of that purity. Only little touch of that water. And the depths he wants to calculate, how deep is this pool. The whole source, if you see, even the Krishna is in the whole source is our love. Sorry, Gurudev, whole what? Source. Source of love is she. She's the source of all love. Okay. И Гуру говорит, что даже Кришна желает медитировать на Радику и нырять глубоко в этот водоворот, потому что она является источником всей любви, такой же чистой, очищающей, как воды Ганги. Поэтому он наслаждается этим и желает достичь, проверить, насколько же глубок этот водоворот, где же оно дно. What is the reason of his appearance is only sea. В чем причина явления Кришны? Да, это только ее чувство. Of his appearance, and she is the main for that. Она главная причина этому. The Manjari thing that was. To get the Manjari Sarup is only so she is my source. Манджари считает Радику своим источником, потому что сварупу дает Радика, им тело дает Радика. More and more I will realize it. Буду все больше и больше осознавать это. Endless love. Endless mercy. And there is no end of our love. Потому что ее милость бесконечна, ее любовь бесконечна. Never ending. Almost. Ее милость никогда не кончится. But is no end of the source where it will end. There is no, there is so is a, what is a whirlpool. Нет никакого конца ее милости, ее любви, поэтому здесь она сравнивается с водоворотом. Krishna even he want to find out that, but he cannot. Кришна пытается найти этот, это дно, да, до дна достать, но он никак не может это сделать. And Manjari also tried, but he cannot. This is the beauty. Смотрите, какая красота! Манджари тоже пытаются увидеть этот край, но они не могут увидеть ни дна, ни края. Only by thinking it makes the life pure, only pure. Like a Ganga water, you put on head and bath, you become pure.
И только думая о Радике, размышляя о ней, мы становимся чище, как вот эти несколько даже капелек воды Ганги очищают человека. You have to take bath in Ganga, then you are pure. Here only you think you become pure. Чтобы стать физически чистым, вам нужно омыться в Ганге. Но чтобы стать полностью чистым во всех смыслах, вам достаточно просто думать о Радике. Продолжайте читать. Where is my Radha Govinda? Рады-рады, у меня вопросик маленький, можно? Little question, Baba, please. Yeah. I'm stupid, I'm little. You are the real lover. I learn from you. Я, говорит, учусь от тебя. Вы настоящая, не поняла, кто. Можно, да, Говинда Махини, вопрос? Конечно. Да, вот это вот, да, я не ухожу от темы, потом скажете Махараджу. В водовороте, вот мы как практикующие, помните, если ум Кришны, да, его сознание, он творец всего, да, Расовый Сах, он утопает, то мы как девочки, если же мы утонем, если он тонет, то мы ведь тоже можем в водовороте, да, то есть получается, что мы не должны глубоко как бы нырять, да, по краешку ходить, потому что, ну, представьте, что, да, это же красота ее любви, любви Радхики. Ну, то есть, вот, ну, и вопрос в том, что как глубоко мы должны уходить в это. И потом, опять же, если мы погружаемся, да, вот в эту красоту, о которой Гауранга Сундар Сунити говорила, Гуру Махарадж, как оттуда, ну, как жить в этом мире потом, после да, вот этого видения, вообще такого погружения хотя бы. Я вот не представляю, пусть мне объяснит Махарадж. Где мы должны находиться? Рады, рады. Рады, Говинда. He wants to ask, if Krishna is diving deep in this whirlpool and he cannot find the limit, the bottom of her baths, of this beauty, how Manjari should do? Manjari also can drown in this whirlpool. Where should Manjari stay then? They just need to walk at the edge? Or what? What to do for Manjaris? Because for them also, no limit of this love, of this beauty. And he is also saying how to live in this world if diving deep in this beauty. What to do in this world then? Manjari has a shadow. Manjari is the shadow of her. Manjari is the shadow of Radhika. Radhika. Original. Shadow. Original without no shadow. Если нету того, кто отбрасывает тень, не будет и тени. А Манджари — это тень ее. So shadow has the similar feelings of the original. Тени — те же самые чувства, что и у оригинала. And Krishna sees the Manjaris are the baby and the shadow not leaving. So he think that if I want to go to see this whirlpool, I have to become Manjari. So he appear as a Gaura to become, to release the Manjari vow. So Manjari can go, but Krishna is foreigner for that to enter there. So he has to come as a Chaitanya to release that Manjari vow. Jai Ho Gurudev. Gurudev говорит, что Манджари могут познать эту красоту, и для них не страшен этот водоворот, но Кришна, он не может, поэтому для этого он явился как Гауранга Махапрабху, для того, чтобы прочувствовать Манджари Баву, пойти в нее и увидеть, наконец, понять этот водоворот Радики. Потому что Манджари является для нее как дети,
да, как ее тени, они совсем по-другому воспринимают то, что Кришна вообще не может понять, Манджари в состоянии. Adivila four canto, by written by Prabhupada, see that. It's very crystal clear. He is a foreigner. We cannot realize he is out of this subject. He wants to read this, so he become Manjari, he become a student of Radhika to understand that. Adilila, четвертая песня, пожалуйста, прочитай ее. Там написано Прабхупадой, да, с комментарием Прабхупады. Там очень конкретно написано о том, что Кришна, он чужак в этом, он не может понять. И для того, чтобы понять, он приходит как Махапрабху и принимает настроение Манджари. Там все кристально ясно описано. Винда Махини, а можно уточнение маленькое? Ну, правильно ли я понял? То есть получается, если мы как тени, да, служанки, да, то есть мы же ее эмоции, проявления, то есть мы, получается, являемся и сами этим потоком, этим водой, да, частью, знаете как. He wants to confirm if we are, if Manjaris are like the shadows of Radhika, so they feel the same emotions, so it means that they are also this whirlpool. Radhika is whirlpool and Manjari is also a part of this whirlpool. That's why they know this, the limits of this whirlpool. Is it right? Radhika is whirlpool. Manjari are the shadow of Radhika. So she relishes the whirlpool. She knows how to relish that. Радика — это водоворот, а Манджари — тени ее, поэтому они, как тени, знают, как насладиться этим водоворотом, как его понять. And this relishment, only the fortunate Manjari can get it. Насладиться этим потоком могут только удачливые манджари. Even the Krishna accepts this. Даже Кришна признал это. So he say, I'm a foreigner. I want to take the mood of Radhika. Means I want to be student. Он сказал, я чужак, я ничего не понимаю, поэтому я хочу стать учеником Радики, я хочу принять это настроение. And I will not see out of Radhika. So he covered himself. Он сказал, я не хочу выходить вообще из этого настроения Радики, поэтому он покрыл себя. And one time when he called to Chakra, then why Nityananda stopped him? You forget yourself. You are not a Krishna. Why you are calling to Chakra? Now still you are God? He closed his this feeling. No, no, you are right. I don't want to do that. Помните, когда Махапрабху, разгневавшись, вызвал чакру, как Нитянанда, Господь Нитянанда его остановил, и он сказал, ты что же делаешь? Ты сейчас находишься в настроении Кришны, ты что, Бог? Зачем ты чакру вызвал? Ведь это мешает цели, к которой ты пришел. И тогда Махапрабху вспомнил, он сказал, да, да, конечно, ты прав, и он убрал чакру. You forget that you want to be a dasi of Radhika, you want to be manjari of Radhika, you are calling to chakra. Нитянанда сказал, ты что, забыл? Do manjari, serve like a manjari and love give only. That is manjari. И он сказал, ты что, забыл, что ты явился сюда для того, чтобы познать настроение манджари, чтобы стать
как служанка Радики. Для этого тебе нужно находиться в этом настроении и beautiful group. Sweet Katha, crazy. Rade, rade. I love you, Baba. I love you also. I love everyone. But you go, how much you can go deep, that is whirlpool. Сколько глубоко мы можем погрузиться, вот в чем дело. Вот это и есть принцип водоворота, да, это и есть водоворот. Maybe there are many subjects, only to go in whirlpool. Sorry, Gurudev. Sorry, there can you? There are subjects in Chaitanya Charitamrita, they can bring you to the whirlpool. Эти темы, которые обсуждаются в Шри Чайтанья Чаритамрите, могут вас погрузить в этот водоворот. And Gurudev, also the whirlpool is like going to the one point. So it means also to be one pointed, to dive deep. Because how can you dive deep if you are not like how to say going to one point? How is the world one point? Krishna is not one pointed. So he has to become one. So he says the Krishna. Кришна, он не однонаправленный, поэтому ему он захотел принять настроение Манджари, чтобы стать однонаправленным. А я сказала, что эта воронка, она же действительно, она начинается широко и заканчивается в одной точке, поэтому быть однонаправленным, то, что нам, да, все наши ачарьи, гуру советуют, гурдев, это, ну, важная вещь, да, то есть она везде прослеживается. Also, Gurudev, can I share? Yeah. One very beautiful thing. Yesterday we discussed Secret Path of Devotion, and this quote is from this book, also about one-pointedness. In this book, Srila Gurudev Narayana Maharaj, he is saying to ISKCON gurus about celebration of Ramachandra, Rama Navami. He is saying, this celebration is very good, but it's not for us. It's not for sadhakas, for one point. You should be one point following the footsteps of Rupa Manjari. He's saying like this. Sri Radhe. Sri Radhe. И я сказала, что, ну, про эту однонаправленность, да, что это очень-очень важно, чрезвычайно важно, то, о чем говорят все наши ачарьи, все наши гуру. And Rati Manjari do the more seva and more deep ego. This is whirlpool. And Rupa Manjari surprised, wow. Similarly, many Manjaris, this Guru Manjari surprised how our Dasi, her disciples are in the seva more than me. That's the picture. This is wonderful. Что такое вот этот поток, водоворот? Это чем дальше вы будете погружаться, тем больше у вас будет этого удивления, восхищения, потому что, смотрите, Рупа Манджари находятся вместе с Рати, они вместе делают севу, божественное чите, но Рупа Манджари видит, что Рати делает больше, и она очень удивлена. Так же, как и Гуру Манджари, видя, как ее младшая, да, как вот Даси, да, ее ученица, можно сказать, да, как раньше были гуру-ученик, также
Гуру Манджари, ее ученица делает больше севы, и она удивлена, она поражена, как прям. А он удивлен? Спросите Говинда Махини. Кто? Махарадж. А чем? В смысле? Как спросить? Ну, сразу спросите, а вы удивлены? Ну, это в тему, вот то, о чем он говорил последнее. Рада, рада. Рада Говинда, he is wondering if you are amazed by this whirlpool also. Wonder. Do you wonder by this whirlpool, Gurudev? He is asking. Surprise. When the baby touch the breast is a wonder for her. When he suck nipple come in the mouth of the baby, this is wonder. And when the milk is coming in the mouth, is also wonderful. Means she starts feeding me with raga bhakti. And then when the baby is happy with the milk, then she moves the hand and finger bring to the nibble. This is also wonderful for the baby. Then she put the finger in the nibbles of mama. Mama is also feel very ravishing, and baby is also very ravishing. All is wonderful. How deep I go, is all feelings become wonderful. Рудев говорит, что все чудесно. Говорит, когда, вот смотрите, когда мама кормит ребенка, когда ребенок получает, да, грудное молоко, мама там не успела еще подумать, уже молоко течет, и ребенок так счастлив, он прикасается к материнской груди, да, он испытывает вот это восхищение, да, он удивление. Когда мама его кормит, она тоже испытывает удивление от этого процесса. И когда... Это все исполнено, то есть когда меня переполняют бавы, когда я насыщаюсь этими бавами, я испытываю на каждом... Ну, в каждый момент этого процесса вот это удивление. И когда мы заныриваем, да, в этот водоворот чувств, там удивление на каждом шагу присутствует. Can I read the rest of the purport? I am eager. Я очень жажду продолжить читать. This Ganga is as holy and blissful to the Sakis and Mandaris as the Ganga on earth is to the Hindus, and they always bathe there. Эта Ганга святая и полна блаженства для Сакхи и для Манджари, так же, как Ганга на земле дорога индусам, которые всегда умываются в ней. Always bathe there. Always they are bathing to be pure. Посмотрите, они омываются в Ганге, чтобы очиститься, но вам достаточно просто думать о Радике, чтобы очиститься. The minds of the practicing devotees also constantly bathe in the water of this very holy place to purify themselves and to become qualified for the service of the Yuga Lakisho. Sri Radha. Умы практикующих преданных также постоянно омываются в водах этого очень святого места для того, чтобы очистить себя и чтобы стать квалифицированными для служения Юга Лакишори. Here it means thinking of Radhika. Да, Лила Смара, да? Jugal Kisho. Jugal is not only Radhika. Priya and Pritam, Radha and Krishna.
Yeah. И Гурудев говорит не только Радике, но Югала Кишори, Прие и Приятаме. Shripad is worried about Swamini's welfare when he sees her running so fast to meet Krishna, and he calls her. Шрипада беспокоится о благе Свамини, когда он видит, как она быстро бежит на свидание с Кришной, и он говорит ей. This is the meaning. Without meeting, called pool means thinking only going on. In meditation happens. Это памятование, это погружение в этот водоворот и только в медитации возможно. Случается в медитации. It is other. That is world pool. Mind is going deeper and deeper and deeper. Ум погружается туда все глубже и глубже и глубже. Working, but thinking this. Вы можете работать, но вы будете думать об этом. And she's walking so fast, so Manjari has to run. Радика так быстро движется, что Манджари приходится догонять ее. Why walking fast? To meet his Pritam. She is walking fast. Почему она так быстро бежит? Для того, чтобы быстрее встретиться со своим Приятамой. One pointed. Она однонаправлена. So the Kinkari is calling, Mama Sannidehi, stay close to me. Don't run so fast. Манджари кричат, о, не беги так быстро, будь рядом со мной. There are many thorns and pebbles on the road that will injure your sweet and tender foot soles. Они говорят, на дороге так много колючек и мелких камешков, которые могут поранить твои сладостные нежные стопы. Радхи, патти мунча, самбрамам абисаре. I am running behind you. I cannot walk so fast. Гита Говинди поется, Радха, я бегу за тобой. Я не могу бежать так быстро, подожди меня. Take me with you. Возьми меня с собой. When Shrimati hears these worried and anxious calls of her maidservant, she will certainly become merciful to her. Когда Шримати слышит эти обеспокоенные слова и взволнованные взывания своей служанки, она, конечно же, становится милостива к ней. Рады. Actually, here we can see how Manjari is trying to slow down Radhika. Здесь мы видим, как Манджари пытаются приостановить Радику. I cannot be so fast like you. You are very fast, Virpul. I cannot follow you. Ты очень быстрый водоворот. Я не могу следовать, я не могу угнаться за тобой. But actually, what does it mean? Ну что это значит? She is caring about Radhika. To not hurt her feet. And she is saying, yes, translate, please. Манджари беспокоится за то, чтобы Радика не уколола свои нежные стопы, когда она будет бежать по этой дорожке.
And she is trying to slow down a little bit Radhika because of her benefit, not for her own benefit. И почему Манджари останавливает Радику? Не потому, что она не может за ней гнаться ради себя, но ради нее, чтобы она не поранила свои стопы, внешние стопы. So this is expertise in seva, and also expertise how to tell Swamini in polite way, because Manjari knows if I tell her don't rush so fast, you will hurt yourself, she will not listen to me. Yeah. И Манджари, посмотрите, как они экспертно, как они вежливо и аккуратно говорят, как она говорит Радике, да, что Радика, я не успеваю за тобой, да, она не говорит просто, куда ты бежишь, да, так быстро, ты же убьешься на этой дороге. Нет, она знает, что Радике это все равно, ну, за себя, да, поэтому она говорит, подожди меня. Но она говорит не за себя, она говорит ради ее блага. This is art of conversation, expert conversation, subtle conversations, sensitive conversation. Sensitive, right. The very right word, sensitive. Yeah. So, and Kinkari knows. Yes, yes, please. Искусство вот этой очень разумного общения с Радикой, очень вежливого и такого тонкого, да, понимания, что ей сказать, да, чтобы достигнуть нужного эффекта в своей севе, да, не для себя, в своей севе. И самое правильное слово — это вот чувствительное, да, быть чувствительным, чтобы понимать, что сказать. And Kinkari knows how Radhika is merciful. And because of her mercy, she will slow down. But Kinkari has another purpose to save her foot soles, her feet from injuries. И Манджари знают, что главное качество Радхики — это ее милость, она милостива, поэтому она говорит «ради меня, да, подожди меня». Но на самом деле главная цель Манджари — это чтобы Радика не поранила свои стопы. Для этого она ее немножко притормаживает. So this is an example how what Gurudev actually said, what does it mean to be shadow? To completely know the heart of the source and how expertly and politely to deal with such kind of situation. И посмотрите, это на самом деле то, о чем говорил Гурудев, что Манджари, являясь тенями Радики, они в наивысшей степени знают, как какими словами с ней общаться, чтобы она услышала, чтобы она поступила так, как лучше для нее. Because Manjari wants to be shadow of the Whirlpool. They don't want to be Whirlpool. Манджари не хотят стать сами этим водоворотом, они хотят служить этому водовороту. Otherwise, this is another bhav. А иначе это уже совсем другая бхава. Радхи. Thank you. Jai. You know how we can read even commentaries? We need to comment. Can you imagine how to understand without commenting the comments? Really, impossible, impossible. Я говорю, вот как можно даже комментарии читать без комментариев? Это же такие тонкие вещи, которые ну, тяжело самим понять. Да? И нам нужна санга с теми, кто больше понимает, больше чувствует. I think what happens is that we are coming close to the whirlpool. And like this, we are getting sucked in and we help each other to get sucked in. In the service of the whirlpool, in the mood of the servant of Srimati Radhika, and bathe there, like it says here, bathing there. This is helping each other to bathe there, because the mind is always somewhere else. Mm.
Суннити говорит, что все это благодаря тому, что мы находимся близко к этому водовороту, и мы друг другу помогаем в этот водоворот, друг друга втягиваем, потому что иначе наш умы всегда где-то находится не там. И служа этому водовороту, мы имеем возможность туда втягиваться сами и втягивать, помогать другим. And after that we feel that some bathing has taken place. I feel purified and I feel connected. И когда мы втягиваемся в этот водоворот и все купаемся в нем, то это и есть вот это полное омовение, о котором говорил Гурудев. И после таких вот встреч, да, после купания вот в таких комментариях и стихах, мы чувствуем себя полностью очищенными и связанными, установившими связь. True. 100%. Go on. It's all Gurudev for today. It's the end of the commentary, Gurudev. Don't say bye-bye, Gurudev. Let's go bathing some more. Не говорите пока, Гурудев, давайте еще моемся. Да, скажите, передайте Сунити и Гауранга Сундари, да, Гуру Махараджу, Садху Бабе, что вот сегодня вот меня лично тащили в этот водоворот, и я теперь вообще буду ходить на этот источник. Рады, рады. Спасибо большое, Суннити. Beautiful. Sweet, crazy, sweet. Рады, рады. He's very thankful for Gurudev, for Suniti and Gauranga Sundara, and he's saying that today, for sure, he was dragged into this whirlpool, and now he will be like twirling in this whirlpool for forever. He's very, very grateful for Katha. Come to Gauranga for this Audhariya Leela. This is the reason of Audhariya Leela. Of Chaitanya Mahaprabhu. Вот такова причина Аударья Лилы Шри Чайтаньи Махапрабху. Without understanding this, we don't understand Chaitanya Charitamrita. Не понимая этого, мы не поймем Шри Чайтанья Чаритамриту. Rupa Raghunath Pade Rahumoras. Every Chaitanya Charitamrit starts with this and ends there, all the chapter. Why? Because without this you will not understand this power. Каждая глава заканчивается этими строками Rupa Raghunatha Pade Rahumorasa, потому что без Рупа и Рагунатхи мы не сможем понять этих чувств Гауранги.